Снег из проблемных зон коммунальщики вывозят уже с начала февраля. Мэр Омска Оксана Фадина лично контролирует процесс. Горячих точек, то есть таких, где велика вероятность подтопления, в городе 262. И почти все они в частном секторе. Самый сложный – центральный округ. 40% его площади в зоне риска. В график включаются адреса в основном тех домов, где проживают либо одинокие люди, либо те дома, у которых уровень пола ниже отметки грунта, что в весенний период их может подтоплять. Советские тоже под пристальным вниманием администрации. Подтопления там ежегодны, а все из-за отсутствия ливневой канализации. То, что в городе нет централизованной системы водоотведения, большая проблема, обращает внимание мэр Омска Оксана Фадина. Строительство в планах есть, а пока нужно тщательно готовиться к скорому потеплению. В Кировском округе давно работа ведется не только по вывозу снега с мест, предполагаем, подтопления, а уже очистки магистральных ливневых канализаций, лотковых, канавочных. Чтобы успеть вывести как можно больше снега, в администрации планируют менее вместительную, но маневренную технику направить в частный сектор. А убрать снег с больших магистралей должны будут большегрузные самосвалы. Сейчас ищут поставщика. Денис Ионас, Антенна 7.